ходе анализа видеосъемки видеокамер наружного наблюдения, расположенных на близлежащих объектах массового тяготения людей, установлено, что одновременно с указанным автомобилем по улице Льва Толстого двигался автобус ПАС. При движении указанного автомобиля по улице Ленина, в тот момент, когда женщина еще находилась в состоянии, требующем оказания неотложной помощи, через улицу Ленина двигался автомобиль ВАЗ-21010 вишневого цвета, повернувший во дворы. Также на автобусной остановке «Минутка» находилась женщина преклонного возраста. Убедительная просьба к лицам, располагающим какой-либо информацией по данному дорожно-транспортному происшествию, незамедлительно сообщить все, что вы знаете, по телефону 02. Заранее благодарны сотрудникам госавтоинспекции.